Крутые берега Енисея. Великая река – трудное препятствие на пути строителей Транссибирского нефтепровода Анжеро-Сунжинск-Красноярск-Находка. Было решено переправиться через Енисей, опустив на его дно 900 метров трубопровода. Форсирование Енисея началось. Водолазы спускались в стремительные воды, чтобы уложить трубы в прорытую траншею. К исходу 10-х суток лебедка вытащила стальную плеть весом в 1500 тонн на правый берег. Новый широкий путь в Красноярск для тюменской нефти будет открыт к концу года.